17 августа завершаются пятые Тарковские чтения. В заключительный день рязанцы смогли встретиться с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым. Он был лично знаком с великим режиссером. Андрей Тарковский – замечательно выдающийся, знаменитый отечественный кинорежиссер. Автор многих картин, выдающихся, чрезвычайно интересно. Но мне ближе, мне лично, как режиссеру и как зрителю, его работы первое «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Там я вижу полнокровных людей, я там вижу характер, я вижу судьбы. На Вадима Абдрашитова большое впечатление произвела аудитория Тарковских чтений. Проходили они в поселке Мясном, ведь именно там у мэтра был свой дом. Также в первый день было показано несколько фильмов молодых коллег, которые доставили режиссеру настоящее удовольствие. Вадим Абдрашитов рассказал зрителям, какие фильмы последнего десятилетия произвели на него большое впечатление. Вот «Братья Дардены». Очень существенная составляющая сегодняшнего кинопроцесса. Замечательные режиссеры, оригинальная, своеобразная, со своим каким-то довольно, не хочу сказать странноватым, но особым языком. После ответов на вопросы слушателей Вадим Абдрашитов представил свой фильм «Время танцора». И хоть он вышел на экраны кинотеатров 20 лет назад, его актуальность, по мнению режиссера, не теряется. Можно смело утверждать, что такая встреча зрителям запомнится надолго.